Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. И, ребята, это сотая серия, можно сказать, юбилейная, да? Это вторая серия за сегодня, так как на первой серии у нас набралось 120 лайков. И поэтому сегодня выходит вторая серия. Сотая серия, ребята, этого сезона, четвертый сезон это у нас. Уже офигеть, сотая серия. Мы уже практически словили всех покемонов, но не всех еще прокачали, что, в принципе, еще нам нужно сделать, да? Так как это, ребята, сотая серия, давайте, может, сделаем ее какой-то особенной. Давайте заспавним все-таки трех легендарных птиц, ребята, в сотой серии. А только чтобы заспавнить, нам нужно офигеть, сколько всего попродавать. Офигеть просто, сколько нам нужно алмазов, ребята. И, если честно, я даже не знаю, хватит ли у нас вот это всего. Давайте сейчас посмотрим, что мы можем продать. Это нам нужно, ребята, ровно 400 алмазов. А 400 алмазов не так уж и просто. Нам сейчас будет их сделать. Нужно все попродавать, все, что у нас тут есть. Что мы еще можем продать? Вот это и вот это. Давайте сначала вот это продадим, ребята. Нам не нужно 3 алтаря покупать, потому что алтарь Артикуна у нас уже есть. Точнее, мы сейчас к нему тпхнемся. И там вызовем покемона. Так, алмазики есть. Ну, точнее, какие алмазики? Мастерболы. Так, во. Фух, капут. Сотая серия, ребята, четвертого сезона. А я, если честно, не знаю. Смотрите, ну если, например, мы в этом, в этой версии, да? Если мы, например, в этой версии словим всех покемонов и обновим версию, это что у нас будет считаться? То, что у нас будет начало пятого сезона или что? Или просто продолжение четвертого, но с новой версии? Фиг его знает. Так. Один стак, ребята, у нас уже есть. Сейчас. Еще вот тут попродавать вот это все. Почти 2 стака. Так. Еще чуть-чуть, до 2 стаков осталось. Так, и вот тут, отлично. 2,5 стака, ребята. Уже практически все. Все, больше у нас лечилок тут нету при тебе. Сейчас орбы. Орбы. Вот так. Нам еще не хватает половина... Половина стака, ребята, нам еще не хватает. Что еще нам сейчас взять нужно? Сколько нам там вообще алмазов нужно? Ну, еще 35 штук. Нет, не 3. Да ты ж... Не 35 штук, а сколько там? 39 вроде. Ща, ребята, завалим вот этого. Ребят, я извиняюсь, что я эта серия без веб-камеры. Я просто проснулся и тоже еще сонный. То у меня, знаете, или я поздно прихожу, и я сонный и усталый. Или я рано встаю, и я сонный, и еще нету желания практически. И, в принципе, да, сонный, да. Так, о, вот что мы можем еще продать. Нам нужно 35, да? Тут у нас получится 14. Тут у нас получится... Ай, вот так, тут у нас 10-20 получится. Тут у нас 12. Тут у нас 10-20 получится. Тут у нас 20. Нет, тут у нас 6-12 получится. Получится 32. И еще давайте возьмем 34. Еще вот так возьмем. Потопали. Вот сейчас вроде уже все должно хватить. Так, ща. Ща. Да ты ж... Так. Ух, ну, ребята. Если мы словим трех легендарных птиц, нам останется только словить Райквазу.
Но ее мы так просто не заспавним и не заклонируем. Точно, нам еще мету нужно сделать. Но сама суть то, что нам там покемон босс был, ну ладно. Сама суть того, ребята, что нам еще нужно будет кучу времени побывать, то есть быть в Sunflower Plains из-за того, что нужно будет Рейквазу вот там выжидать, ребята. Лечилки. Какие там лечилки? Да ты ж твою ж. Так, немного не рассчитал. Нам еще две штуки нужно чего-то продать. Поэтому давайте еще что-то возьмем. И все, ребята. Можем идти спавнить. Сначала пойдем Артикуна заспавним, так как там алтарь уже есть. И, наверное, где-то возле него и поставим другие алтари. Давайте еще, я не знаю, вот это возьмем. А знать, хотя, в принципе, ну ща. Хотя нет, не ща. Ребята, нам нужно взять летающего покемона. А вот этого я и забыл забрать. Что-то смотрю, рожа такая торчит, нифига себе. Ну так и я поэтому и смотрю, что рожа торчит. А почему их двое стало? Я одного забрал, тут еще один появился. Да. Теперь вы, ребята, наверное, понимаете, почему на серверах половина вещей всяких запрещена. Вот из-за этого, что такое дюб. То есть, я взял покемона, поставил его, потом вышел, сейчас зашел, и тут опять тот же покемон был. Но, которого мы уже забрали, а он еще раз появился. Но... Это я говорю, ребята, всяк... так же шапками бывает такое, что ты где-то случайно на одну нажимаешь, потом закрываешь инвентарь, открываешь, потом опять нажимаешь, и выпадают две шапки. И ты уже две шапки продаешь. А на серверах не продаешь, а поднимаешь. А на серверах же их можно продавать, поэтому так дюпаешь шапку, потом еще и продаешь ее. Так, ребята, я бы летающего вагона взял, но он еще не эволюционировал. Еще нет, поэтому берем пока что Фирова. Хотя нет, давайте кого-то другого. Давайте, я не знаю. Пиджиотто возьмем. Так, это вот так было, да? Да. Потому что, если мы заспавним вот этих легендарных покемонов, то они могут просто подлететь высоко, и мы не успеем вступить с ними в бой, потом их еще догонять нужно будет. А если у нас нету летающих покемонов, то как мы их догоним? Так. Фу, ребята, наверное, знаете, что мы потом сделаем? Потом же так сделаем, как у нас было с глиняным биомом. Я напишу... Твой... Ну ты прикалываешься. Ну почему это вот залагивает вот эта херня? Ща, ребята, перезайду. Так, ребята, ну что, и вот я опять перезашел. Опа! Кого у нас нету? Так, ща. Ща, ребята. Она в земле, поэтому ща нам нужно, ребята, будет немного... О, там еще и босс заспавнился. Она в земле, поэтому нам нужно сейчас ее как-то... Как-то найти вот там. Там еще и босс, если успеем. Если вообще хотя бы к Шайне успеем. Чтобы сейчас лаву не бабахнуться. Но я ее слышу. Ты что, прикалываешься? Да твою ж, только не горишь. Что-то мы, ребята, не туда копнули вообще. Вот капут. Если она сейчас пропадет, будет не очень. Где она? Давайте тут начнем. Ну, будет где-то там. Какая там высота была? Где-то 30-я, да? Я слышал, как она топала. Вот, наконец-то. Ультрабол.
Лови сироджинролла. Какая ты там, маленькая или... О, отлично. Так, вот там, там фосит, там может быть фосит, ребята. Идем смотрим, нет? Ладно. Так. Вот уже как раз и утро. Еще и шайни словили. Отлично, тогда обычную можно удалять. Зачем нам две? Ох, смотрите, как тень. Нифига себе. Так. Где? Вот она, а обычная? Обычная вот. Поэтому ставим это сюда и вот сюда. Отлично. Так, сейчас идем продаем и идем, ребята, заспавнивать. Так, сначала вот это выкинем все. Пошли, ребята. Как раз утро. Сейчас мы продадим и быстренько потопаем. Куда нам нужно? Сначала говорю, ребята, первое заспавним Артикуна, так как там алтарь уже стоит. Это кто там? Оу. Есть ли он у нас? А есть ли он у нас? Я даю 70%, что есть. Потому что что есть. Ну, это может быть обычный, который у нас есть. А не шайни. Поэтому сейчас попробуем. Вдруг нету. О, словили. А потом, ребята, мы разберемся, если у нас шайни или нету. Офигенно, двух шайни словили. Так, потопали. Быстренько продадим и быстренько летим спавнить. В честь сотой, ну, как бы. Не в честь сотой серии, нам и так нужно заспавнить легендарных птиц. Но давайте как раз сейчас это сделаем тогда, когда у нас сотая серия. И что, ребята, летим? Летим туда, сейчас я координаты посмотрю. О, это что выпало? Хорошо, что увидел. Хорошо, что вообще развернулся, а то бы потом увидел на панели, что нету и не знал, где бы она выпала. Так, ну что, ребята, летим. Какие там координаты? Вот тут. -2000. -2000. 75 000. Отлично. Мы тут. Сейчас нам как раз прямо вот туда нужно. Побежали. Быстренько спавним всех. И домой. Так, я на карте не вижу, где он. Или вот он. Да, вот он. Уже почти там. РБ у нас при себе, да? То есть они у нас в себе, всегда при себе. И бежим. Потом, ребята, тоже нам Мьюту нужно будет сделать, но я не думаю, что мы успеем ее клонировать еще в этой серии, потому что там еще и машину нужно делать клонированную, потом еще и Дито. Дито, нет, не Дито, какой Дито? Дито это может получиться. А в общем... То, что еще нужно узнать, как какие там блоки в первую очередь ставить, да, то есть, или там первый алмазный, золотой, железный, или еще что-то, чтобы Мьюту получился. Ну что, ребята, спавним. Нам, ну, да, ща, иду с этого льда. Точнее, берем орбы все. Ставим. Да, твой... Ладно, давайте сначала... Хотя как... Какие-то координаты. -1810. Минус... Ща. Вернее, 1811. 70 114. Во. Сейчас, ребята, быстренько опять домой нам нужно. Я забыл же алтари купить. Просто смотрю, такой в инвентаре у нас алмазы. А алтари мы не купили. Поэтому сейчас быстренько купим. У нас они же там уже стоят в продаже. Остается только купить, ребята. Быстренько потопали. Так. Вот они, вот тут. Артикуна есть, Забдос и Молтрес. И все. Отлично.
Что мы можем за один алмаз купить, чтобы лишнего не было? О, давайте Duskball купим, да и все. Так, сейчас потопали на то место, вот сюда, и спавним. Фух. Хотел ты улететь, зараза, а? Только не сумел, потому что там крыша. А, точно, тогда давайте тут будем спавнить, чтобы они не сумели улететь. Так, ну что, ребята, первый Артикуна пошел, мы словили. Дальше ставим вот тут. О, сам напал. Ловим. Второй пошел. Тут они не смогут очень высоко подлететь, потому что тут вот это потолок, и поэтому офигенно. И Шмолтрес. Ставим мы, ребята, вот сюда. Зараза, хотел улететь. И ловим Молдреса. Ребята, они 70-е уровни, поэтому, когда мы будем их брать в команду, мы будем прокачивать легендарных к 100-му уровню. Все, ребята, три орба прокачанные. Смотри, какие офигенные орбы. Молдрес. Самый прикольный, мне кажется, Забдуса. То есть вот такие еще молнии тут прикольные есть. Артикуна тоже, вот лед тут. Молдрес, ну, тоже прикольный. Ну, все, ребята, есть у нас три новых легендарных покемона. Это три птицы, сейчас давайте их возьмем. Заспавнили мы их всех в одной серии. Где они? Вот. Туча. Вот тут. Это тогда давайте поставим вот сюда. Так, отлично. Фу. Три птицы тремя мастерболами. Вот, отлично. Артикуна. Так, Ice Flying. Ну, это, в принципе, понятно, я просто смотрю. Rush. Ну. Офигенный. Забдос. И Молдрес, ребята. Отлично. Трех легендарных птиц мы, ребята, заспавнили. Просто замечательно. Сейчас их ставим обратно в компьютер. Ставим, как они у нас там были. Вот так, да? Так и вот так. Отлично. Команды у нас уже, ребята, давайте посмотрим. У нас уже 7 команд прокачанных, но у нас еще, смотрите, сколько ящиков вот этих на прокачку. Это просто офигеть. Потому что качать нам еще действительно много покемонов. Тут много дополнительных покемонов. То есть, смотрите, давайте посмотрим, сколько у нас хватит еще, насколько команд у нас хватит, например, огненных покемонов, да? У нас еще Нумил есть. У нас еще Панита есть. А кто тогда в предыдущей команде был? А, Вульпикс. Точно. У нас еще Панита есть. То есть Нумил, Панита. И Синдаквил. Ребята, нам еще хватит покемонов на 3 огненных команды. Офигенно. Потом после этого у нас уже потопают вот эти фосил покемоны, дополнительные уже пойдут на место огненных и все такое, потому что дополнительных еще дофига, а огненных, травяных и вот этих всех на всех не хватит, да, то есть на все команды не хватит. Ну смотрите, дополнительных у нас просто офигеть как много. Гасли, кофинги, вот этих всех обычных летающих покемонов нам нужно еще будет использовать. Как-то. Абра. Так, давайте как раз посмотрим, есть ли у нас Мяу. Писала, что есть, но я не помню, есть ли он у нас Шайни, а не обычный. Если бы я еще видел, где он, было бы вообще офигенно. У нас есть... Точно, у нас же есть Персиан, а Персиан у нас Шайни. И у нас Мяу Шайни. Вот это я не знаю. Наверное, все-таки Персиана удалим. Так, ща. Шайни Мяут.
И Шани Персиан. Давайте все-таки, наверное, Персиана удалим. Зачем нам тогда? Он, да? Так, вот. Точнее, лучше, конечно, все же Мел, чем Персиан. Ребята, давайте на этом закончим эту серию. Да, я согласен, серия не очень большая, но все же, зачем еще идти сейчас прокачивать, если эта серия юбилейная, и мы ее сделали тем особенной, да, тем, что мы заспавнили трех легендарных птиц, ребята. И это вторая серия за сегодня, то есть, ставьте лайки, ребята. Благодарна всем, кто смотрит, кто дошел до сотой серии этого сезона, потому что сезон действительно, можно сказать, большой получается. Я не знаю, получится ли он самым большой из всех остальных, потому что, смотрите же, во всех сезонах мы ловили всех покемонов до последнего, и у нас были все покемоны, да, я согласен. Но мы ни в каком сезоне мы не делали так, что у нас покемоны считаются прокачанными только тогда, когда мы их докачаем до 60 уровня. И мы никогда не делали команды, а мы просто брали всех покемонов подряд и качали. Но поэтому, наверное, такой большой сезон, наверное, и получится больше, чем остальные все. Поэтому, ребята, давайте закончим. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр. Еще раз, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр, всем удачи и всем пока.